World of Tanks, средние настройки. Вот утилитка ему Сайфтерберн нам любезно выводит в верхний левый угол информацию о состоянии видеокарты. Качество видео не ахти, но мы записывали на внешнюю камеру, чтобы сохранить чистоту эксперимента, не подвергая ноутбук лишней нагрузке. Количество кадров не супер, но вполне приемлемо для того, чтобы можно было поиграть на ближних и средних дистанциях. Тем, кому хочется попт-шить из кустов, конечно, нужно будет уменьшать настройки, и тогда вот цифры там будут радовать нас гораздо больше. Как видите, периодически меняется частота графического ядра. Это фирменная AMD-шная утилитка PowerTurn. Вот так без потери производительности регулирует нагрузку на видеокарте и держит ее температуру в пределах комфортных 60 градусов. На мой взгляд, очень хорошие показатели для мобильной видеокарты. А пока видеокарта занята своим делом, нам пора заняться своим. Сверимся. Наносим дамаг. Переход в снайперский режим прошел плавно, без скачков, подергиваний. Вот. Напомню, что стоимость ноутбуков с такой видеокартой начинается от очень приятной цены в 3500 гривен. Спасибо за внимание. В эту ночь решили самураи перейти.